Сотни тысяч человек собрались в парке эквадорского города Гуаякиль, крупнейшего порта и экономической столицы страны. Папа Римский Франциск провел там грандиозную мессу. Организаторы рассчитывали, что богослужение посетят более миллиона человек, что стало бы рекордом для Латинской Америки. Однако местные власти заявили, что в итоге собравшихся оказалось меньше. Эквадор – первый этап поездки понтифика по Латинской Америке. После он отправится в Боливию и Парагвай. Первый в истории Папа Римский из Нового Света, родом из Аргентины, избрал для апостольской поездки беднейшее государство региона. 78-летний Франциск известен своими заявлениями, направленными против бедности и социального неравенства. И именно Латинскую Америку он не раз называл регионом, где неравенство выражено наиболее ярко. Другая важнейшая тема его проповедей в последнее время – защита окружающей среды. Месяц назад он издал энциклику, впервые в истории Ватикана, посвященную этой проблеме.